Далее есть кнопочка «Просмотреть мир». Мир уменьшается, и вы, возможно, более удобно, особенно это важно для тех, у кого маленькие мониторы, можете посмотреть ситуацию, которая здесь вмещается. Можно увеличивать, уменьшать, еще уменьшать. И здесь условные обозначения. Щитами показаны герои, флагами города, звездочки артефакты, звездочки, но с меньшим количеством углов, это телепорты. Вот врата показаны и, в общем-то, шахты и ресурсы, которые валяются на карте.